22 декабря энергетики всей страны отмечают профессиональный праздник. В этот день, по традиции, коллектив западных электрических сетей подвел итоги года и отметил 24 лучших сотрудника предприятия. ЗЭС – один из крупных филиалов компании «Якутскэнерго». Его сотрудники обеспечивают жителей Западной Якутии светом и теплом. В 2022 году предприятие выполнило план ремонтных работ на воздушных линиях электропередачи по реконструкции сетей, техническому обслуживанию и модернизации энергетического оборудования. Отработали нормально, то есть с выполнением основных планов. Планы мы по производству ремонтных работ перевыполнили, в том числе и по в денежном выражении, и в физических объемах. Сотрудников ЗЭС поздравили приглашенные гости, а глава района Александр Басыров поблагодарил за бесперебойное энергоснабжение производственных, социальных и жилых объектов.